Всем привет! Ну что, в лесу подсыхает, это значит, что пора тестировать леопарда в его стихии на внедорожье. Сейчас я приехал в академгородок, это за Новосибирском, и у нас тут кросс-кантринная трасса, на которой проводятся соревнования. И немножко покатаемся на трейлах, посмотрим, как ведет себя леопард. Что-то жарко становится, кросс-кантри сила, пора раздеваться. Классические шпильки, в которых нужно еще вписаться. Чинг-чинг-чинг. Электроника работает нормально, но, блин, надо разбираться с кнопками. Очень непривычно. И когда на вот таких местах, на грани остановки, переключаться, ну реально непривычно, можно просто остановиться. Вот. Надо смотреть. Настраивать, перенастраивать, возможно, сами кнопки, реверс тут поменять. Либо просто нужна реально привычка и время. Но пока что на механике привычнее гораздо. И удобнее все это получается. Вот они, нормальные скоростные подъемы, типичные кросс-кантрийные. Скорость 4,5-5 километров в час. Еду сейчас на самой легкой передачке. 34 спереди, а сзади 50. Меньше уже некуда. И вот насчет специфики кросс-кантри. Там 50% это физуха, 50% это техника владения велосипедом, проезжание трейлов и так далее. С техникой у меня так себе. Но даже вот в этот подъем, когда езжу на кросс-кантрийную гонку, то объезжаю многих технарей. То есть все-таки, если есть хотя бы минимальная техника, как ни крути, физуха решает.
А вот тут у нас вон что есть. Это новый элемент, раньше его не было. Зацените, что у нас тут построили местные контрилы. Вот такой вот мостик, он же дровчик. И вон туда, вон вниз надо улетать. Сейчас, чтобы понять эпичность, немножко спустимся. Вот такая вот хренотень. Это специальная тема антишоссер, чтобы всякие чуваки, шоссейники сюда, если заезжали, больше отсюда не выбирались. Для обычного контрила, наверное, ничего особенного, но для таких ребят, как я, просто умереть и убиться нахрен. Ну что, покатались немножко на нашей новосибирской кросс-контрийной трассе академовской. Сразу оговорюсь, конечно, что я не являюсь контрилой. Основное у меня это шоссе, а кросс-кантри и кантри-марафоны. Это так в факультативном порядке. Но что можно вкратце сказать, если сравнивать, например, с моим основным великом. Основной МТБ вел у меня кросс Level 14. Оборудование там SRAM GX, вилка Fox и колеса у меня там DT Swiss алюминиевые. Первое, конечно же, сразу бросается в глаза достаточная жесткость. И колеса реально жестче, то есть сама по себе резина. Диаметр резины здесь тоньше, чем на моем кроссе фактически. Вилка отрабатывает жестче. При этом ехать, конечно же, можно, но это прямо на контрасте очень сразу сильно ощущается. Сам велик более инертный, особенно в подъем. То есть по факту масса на твиттере примерно на 1,5 килограмма больше, опять же, чем на моем кроссе. Кросс у меня боевой вес примерно 10,5 килограмм, что, ну, неплохо для не самого топового велика. Далее грипсы вот эти вот стрёмные, беспонтовые, ну, конечно, мешаются, то есть здесь нужно классические ставить. Блокировка вилки маленькая, конкретно сейчас у меня стоит не очень удобно, и оперативно, когда какой-то идет расколбас, там стоя едешь, не очень удобно ей пользоваться. Возможно, надо будет куда-то переносить, не знаю. Но в целом, в принципе, свои функции отрабатывают. Монетки электронные, все работает. Но, конечно, непривычно само по себе доставать до монеток. Нужно здесь, конечно, поиграться с настройками и вообще, собственно, с местом данных монеток. Что касается самой рулежки, вообще ее управления, ну, так по мне, разницы я особо не заметил с моим кроссом. В принципе, все то же самое. Даже фотографии там лоб-лоб сравнивал, там сбоку геометрию. В принципе, то же самое. Ну, как бы рулится нормально. Вот. Но ощущения, конечно, гораздо жестче, чем на кроссе. То есть ехать можно, но, думаю, со временем будет здесь все это сказываться. Тем более,
У меня без камерки на кроссе. Конечно же, там давление чуть поменьше, чем здесь. Хотя и здесь я подспустил примерно 1,5-1,6, наверное, атмосфера у меня. То есть типичное такое кросс-контрийное давление, как профессионалы себе качают. Но в целом пока так. Собственно, никаких ожиданий завышенных от велосипеда не строю. Задача именно, ну, вот посмотреть реально, как он в деле себя будет вести, какие нюансы. Ну и, собственно, отрабатывает ли он свои деньги, там 80-90-100 тысяч, которые он стоит, либо нет. Но пока что, в принципе, нормально все исправно, но нужно привыкать. Ну и, конечно, да, действительно, он пожестче. Но это обусловлено колесами, резиной. Ну и, собственно, вилкой, которая здесь стоит. Ну и, конечно, ощущения ощущениями. Но потом я лоб в лоб сравнил со своим кроссом, хардтейлом. И прям повешу туда мощемер, планирую педали поставить и поездить определенные круги на нашей трассе кросс-контрийной. И там, собственно, по секундам и смотреть, как что кто едет на примерно плюс-минус одинаковых ваттах. Потому что ощущения могут быть обманчивы, да, жестче как бы, но что будет в итоге, вот там вот и посмотрим. И действительно, будет ли ощущаться разница, потому что в цене разница между твиттером данным, вот у меня леопардом на электронике, и моим кроссом в два раза, если даже не больше сейчас. И, кстати, по поводу вилки, хоть она тут и твиттеровская, ноунейм, так себе вилка вообще, по сути, номинально стоит, но когда со спуска варишь, то все-таки она отрабатывает неровности, что самое главное, чтобы переднее колесо в занос никуда не ушло, не подпрыгнуло на кочке, поэтому, в принципе, пойдет. Я переживал, что колесо вообще будет неадекватно скакать, то есть комфортом там особо не пахнет. Но дело не в комфорте. Дело в том, чтобы оставалось переднее колесо в зацепе. Если оно не будет в зацепе и его снесет, то просто можно упасть через ульку, ну и так далее. Поэтому, в принципе, не все так плохо. Так, ну что, закончили. Смотрим, ничего не развалилось вроде. Все целенькое. Подсидел у меня, съезжал вниз предыдущий раз. Сделал специальные отметки. Подкрутил с той стороны. Сейчас все нормально, в принципе. Колеса, блин, ну реально, узковатые они. У меня контрийные гораздо толще, все это ощущается. Ну и дубовенькое, да, действительно. В остальном-то, в принципе, все работает, все катается. Так что будем тестировать дальше, сравнивать со своим основным байком. Ну и смотреть, что вообще, почем дальше. Самому реально спортивный интерес поглядеть за этот ценник, что из себя представляет данный байк. Блин, всего лишь 1,5 часа. По трассе, по трейлам покатался, умотался, не знаю, как будто бы гонку ехал. Ну, тут еще после болезни, конечно, но все-таки непривычная нагрузка. Никакой нахрен велостанок никогда в жизни не сымитирует такую нагрузку. Ни по усилиям, по рваному режиму, ни по нагрузке на тело, в том числе на спину, на кор и так далее. Так что, ребята, катайте на улице, тренируйтесь на улице. Иначе по-другому на улице никак не победить, увы.